возможность в очередной раз провести фестиваль французского кино. Мы уже сотрудничаем более чем год с Альянс Францез и проводим достаточно так много, провели уже фестивалей. И в этот раз мы решили провести фестиваль французской киноклассики. Хотим показать нашим зрителям, харьковчанам, гостям города, молодежи, людям, которые знают французский язык, ценителям французского кино, именно классику французского кино. Каждый день, на протяжении недели, каждый день будут показаны разные фильмы. В прохладном кинотеатре, это кинотеатр «Помер», все фильмы будут на языке оригинала с украинскими субтитрами. Каждый день будут разные фильмы идти. Этих фестивалей, которые мы организуем, это Французский институт Париж и Французский институт Украина, да? То у нас есть, не знаю, вот около 500 фильмов на этот датабейз. Основная вообще цель фестиваля – это популяризация французских фильмов, дать возможность людям, владеющим французским языком, посмотреть фильмы на языке оригинала, поскольку сейчас в кинотеатрах вы очень редко встретите фильмы на языке оригинала, и тем более мировую классику. Да, в принципе, на идее цель показать хорошие фильмы кино. И для нас, как Альянс Франсез, как сказал Андрей, ну, наш интерес, так говорит, да, это показать французский, да, классики или французский кино. И я считаю, что мне, ну, Харьков очень большой город, в принципе, и мне чуть-чуть жаль, что здесь, в Харькове, очень редко и очень мало места, где они, где возможности посмотреть фильм на оригинальном языке. И поэтому тоже нам очень важно организовать этих моментов, где люди, которые хотят, ну понятно, что, наверное, не у всех такая привычка, но люди, которые хотят, и могут вот слушать оригинальные речи. 50 гривен. 50 гривен – это самая большая стоимость на единый на вход. С полной программой и расписанием сеансов и показов можно ознакомиться будет на сайте Альянс Францез. В будний день, могу сказать, это будет два сеанса в 17:19 в субботу, и в воскресенье будет три сеанса в 15, в 17 и в 19. Это давно мы думали, что надо организовать такой классик кино, что, в принципе, здесь люди ждут, спросят, тоже их нравится. И не только в Харькове, если у нас есть такая возможность, если следующий год хотим тоже вот ввести ну, в Суми, в Полтава, ну, чтобы вот будет возможность... Не только для харьковчанин, но и для...